Всем привет, на канале Куплин в Китае. Сегодня будем ремонтировать вот такую вот зубную щетку. Обзор, который я недавно делал, смотрите буковку И. Я говорил о том, что вот эта зубная щетка мне пришла в рабочем состоянии. А вот эта вот зубная щетка, она была неисправна. То есть симптомы у нее такие, что я нажимаю на кнопки, здесь индикатор загорается, но при этом вибрации никакой не происходит. Давайте попробуем ее разобрать и попробуем починить. Для того, чтобы разобрать, нам понадобится тонкая, ну, небольшая крестовая отвертка и как можно тоньше плоская отверточка. Первым делом мы снизу откручиваем единственный винт. После чего поддеваем и вытаскиваем вот эту вот крышечку. Здесь мы видим катушку зарядную. И теперь, если посмотреть вот относительно этого в левую часть, то мы видим вот такой белый, там чуть-чуть глубже, вот белый такой пазик. Вот на этот пазик необходимо надавить отверткой плоской. После чего можно попробовать выдавить. То есть мы давим на этот пазик, я уже его отщелкнул, и вот сюда вот вдавливаем вовнутрь. Вот, все, плата выходит. И вот таким вот образом мы ее разбираем. Все. Теперь можно приступать к диагностике и ремонту. В общем, каким образом устроена щеточка? Есть в ней вот такой аккумулятор, я немножко вас обманул. Это никель-кадмиевая, никель-металлогидридная на 400 мАч на 2,4 вольта. То есть тут две банки, как видно, небольшого размера. 2/3 АА. Форм-фактор, и суммарно получается 2,4 вольта. Есть вот такая вот плата управления, то есть видны светодиоды, сам микроконтроллер какой-то и две кнопки. А с этой стороны у нас как раз таки мотор, который приводит в действие вот эту вот часть, и здесь за счет эксцентрика происходят как раз таки вот эти колебания. Сама поломка заключалась в том, что черный вот этот провод, который идет от платы, то есть минусовой провод, который идет к питанию мотора, он просто отвалился. Ну, был плохо припаян, не знаю, он как бы какое-то время касался и работал, а потом отвалился. Я его припаял и сейчас буду в обратной последовательности щетку собирать. После того, как мы все собрали, то есть все провода припаяли, катушку насадили, и здесь вот эту вот силиконовую втулочку на место поставили, можно собирать. Берем корпус и смотрим, вот с этой стороны должна быть внутри вот эта выемка. И вот этот вот паз, он туда заходит. Первым делом надо вот эту вот часть одеть на свое место, где она должна быть по пазам. И после этого можно аккуратно вставлять плату на место. Все, до щелчка вставил, проверяем, все работает, режимы переключаются, можно собирать дальше. Для окончательной сборки мы закрываем отверстие и зажимаем это все винтом. Щетка готова. Последнее, проверяем, идет ли зарядка. Как видим, светодиод заморгал, значит, зарядка щетки производится. На этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!